И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Спайк, и сегодня мы окунемся в 2020 год. Именно в это время, в то самое ковидное, выходила достаточно интересная линейка смартфонов от компании Samsung, это 20-я линейка. И у меня сейчас основной телефон это S20 FE. Да, вы не ослышались, я теперь пользуюсь Samsung, ё-моё. Я продал свой Realme GT Neo 3 и с успехом купил с Авито бэушный Samsung S20 FE. Ну, казалось бы, это какой-то даунгрейд, ну, по факту это так и есть частично. Но мы сейчас рассмотрим данный телефон спустя 4 года и чем же он мне так приглянулся. Ну что, поехали. Перейдем к основным характеристикам. Это экран, это 6,5 дюймов, Super AMOLED, Full HD+, 120 Гц. Экран достаточно нормальный, но не хватает яркости. Всего 740 нит максимум. Это хреновенько на солнце достаточно. Процессор, значит, Snapdragon 865, хороший процессор, не греется, очень холодный. Главное, не покупайте версию данного смартфона на Exynos, потому что Exynos дюже сильно греется. Для современных игр он вполне подходит, можно и в Genshin поиграть, и в Honkai, ну понятно, не на максимальных настройках графики, ну, все еще хороший процессор. Память, у меня на 128 гигабайт, этого мало, берите на 256, UFS 3.1, достаточно, ну, нормальный стандарт, не 4, там, уже 0, но достаточно. MicroSD вставляется до 1 терабайта. Оперативная память у меня на 6, есть версия на 8. Ну, DDR5, короче, память нормальная тоже достаточно. Защита IP68, смартфон полностью защищен от воды, можно его вроде как даже топить, ну, не советую проверять. Батарея на 4500 мАч, ну, не сказать, что супер, ну, на 6 часов экрана хватает. Зарядка 25 ватт, медленная по современным меркам, ну и в последних Самсунгах она не супер быстрая. И беспроводная до 15 ватт поддерживает. Но что самое круто, это Type-C разъем с версией USB 3.2. Это очень быстро, то есть файлы на комп скидываются очень быстро. Ну, как и на Pixel 7 у меня было, он тоже скидывал достаточно быстро. Но даже в современных там всяких Realme, там возьмите за 40 тысяч, у них до сих пор USB 2.0. И это, ну, просто позор. В 24-м году смартфон очень медленно скидывает файлы. Ну, хороший достаточно смартфон, даже по нынешним меркам. Ну что, и перейдем к самой интересной части, это камера. Потому что в телефоне еще из основного, помимо всего остального, важны камеры. В данном смартфоне у нас есть телевик на 8 мегапикселей, что это уже точно круто, прерогатива флагманов. Фронталка 4K60 пишет не каждый смартфон, даже в 24-м году это умеет писать. Максимум 4K30 обычно все пишут. И здесь можно накатить Google камеру, которая позволит снимать еще лучшие фотографии, а также поставить MS Pro 24 FPS и снимать в офигенном качестве видео. Собственно, я вот Танибату снимал именно на Samsung. Ну, у меня там накосячил я с засветом, получилось не очень. Ну, это можно пофиксить. Также по стабилизации, не сказать, что супер стабилизация, но я снимал с выключенной, с цифровой стабилизацией. Если, конечно, включить цифровую, чуть получше с рук можно снимать, но все равно сильно не побегаешь. Также переключение модулей на ходу, можно на фронталку сразу переключаться. Можно сразу все режимы, так сказать, телевика, снова ширик. В 4K30 работает, в 60 уже не работает. Только либо фронталку можно переключиться, либо на основной модуль. Ну, тоже как бы очень круто по меркам 4-летней давности. В общем, телефон пушка-огонь по фото и видео возможностям, особенно со сторонним софтом. Вот, ну, посмотрим примеры, значит, видео. 4K30, фронталка, обычный режим, без всяких, это вот в движении, ну, в принципе, трясет, конечно, так себе, конечно, удовольствие. Также можем на
X1. У меня еще стабилизация выключена электронная. Сейчас только оптическая. Звук со смартфона можете слышать. Плюс, минус. Такая-то штука. Так, 3X. Телевик. Ну, тут тоже она оптическая есть на телевике. Но так себе, конечно, работает. На столбе он нифига не фокусируется. Ну и ширик, классика. Опять 1X. Ну, такая вот шняга. В принципе, что-то вдалеке даже можно рассмотреть через телевик. Ну, тут, конечно, старые еще алгоритмы. И достаточно оно сильно как бы это дергается при переключении. Не, ну ширик, ой, этот телевик снимает прям нормально, приближает. Ну, когда освещение хорошее, прям. Если что, не прикольно, фокус прыгает. Ну, подводя итоги, можно сказать, что Samsung S20 FE очень актуален даже в 2024 году. Если вы найдете его на БУ рынке что-то около 15 тысяч рублей, не сомневайтесь, берите его. Главное, чтобы аккумулятор был в порядке. И он во много раз лучше телефонов, которые стоят, допустим, 25 тысяч рублей, как и Poco X6 Pro. По камере уж точно Samsung делает все бюджетки, грубо говоря. Несмотря на то, что там всего лишь 12 мегапикселей каких-то жалких, но эти 12 мегапикселей снимают очень-очень даже качественно. А в ночи, да, сенсор уже не такой современный, в ночи уже шумы появляются на Samsung, но в целом в дневное время Samsung очень даже годный аппарат. Ну, а на этом у меня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И до скорой встречи.